Всем привет! Сегодня немного такое спонтанное видео. Друзья, у меня к вам вопрос. Мне постоянно приходят сообщения с предложением оформить мне шапку канала. Кто за дорого, кто за дешево. Но, в принципе, я всегда от этого отказываюсь. Не вижу в этом смысла. Также мне постоянно пишут партнерские программы. Вот и сегодня ко мне обратилась очередная партнерская программа с очередным предложением перейти к ним. И говорят о том, что вот моя шапка канала совершенно не подходит в том виде, в котором она есть сейчас. И от этого я теряю очень много подписчиков. Но вот я, например, сужу по себе. Все интересные каналы, которые я действительно смотрю, которые мне интересны, вот я понятия не имею, какая там шапка канала. Вот честно. Допустим, я смотрю «Адвоката Егорова». Я не знаю, какая там шапка канала. Или вот Бирбраера смотрю. Понятия не имею, что там у него нарисовано. Да и все каналы, которые вот могу только припомнить, и которые я смотрю, я не знаю, какая там шапка канала. Потому что лично мне абсолютно без разницы, что там нарисовано. Хоть белый пиксель Малевича, хоть черный пиксель Малевича, хоть прямоугольник Малевича или еще что-то, мне совершенно не важно. Мне важно содержание видео и информацию, которую я могу получить из этих роликов. И вот я заметил одну вещь. Там, где красивая шапка, все так разукрашено, а начинаешь смотреть, а там информации-то ноль. Ну вот, например, Обломов. Красивое оформление, все. Начиная, но там обычное шоу, там ни одного полезного совета. Там много рекламы, где вам задорого толкнут всякую фигню и покажут красивую картинку без содержания, в общем-то, и все. Поэтому я даже и не знаю, что и думать. И хочу вас спросить ваше мнение. Напишите в комментариях вот именно ваше мнение, как вы относитесь к оформлению именно к шапке канала, к этим превьюшкам на видео. Действительно ли для вас это имеет значение? Или вам все-таки важно содержание? Опять-таки, по превьюшкам. Почему я стараюсь делать превьюшки, не рисовать их, а именно вставлять кадр из видео? Потому что человек, который ищет информацию, он посмотрел на кадр из видео, он действительно знает, что вот в этом видео будет об этом, а не о чем-то другом. Ну, вы наверняка и сами сталкивались, что на превьюшке одно, заходишь смотреть, а там другое. Как вот идешь по улице, на заборе написано одно, заглядываешь за забор, а там обычная стройка. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы об этом думаете, если вы думаете, что действительно шапка канала играет такую важную роль, что вот ради шапки только все и подписываются. Ну, предлагайте еще и ваши варианты шапки, как вы ее видите. Ну, в общем-то, и все. Жду ваших комментариев. Всем пока. Увидимся скоро.